очень дружили с Юрием Никулиным, и все, что связано с цирком, идет из детства, куда вы ходили с родными, еще будучи маленьким мальчиком. Да, но в книге вы пишете, что произошло со мной за этот период. Я бы ответил на этот громадный вопрос так. Народный артист СССР Владимир Эдуш на пороге своего 90-летия выглядит почти так же, как выглядел на пороге своего 80-летия. Это, наверное, благодаря той женщине, которой вы посвятили эту книгу. Наверное, она помогает вам выглядеть так, как вы выглядели в 70 и 80. Ну да. Да, конечно. Давайте посмотрим, как вы живете с прекрасной Еленой, вашей супругой. У нас есть уникальный дату. Добро пожаловать. Ко мне в гости. Это... Просто красавец. Моя... И надежа.